Всем добрый день. Вот хочу рассказать и показать, если кого-то интересует этот вопрос, отличие однофакторных желтых самцов от двухфакторных на примере моих птичек. Вот сейчас вы видите, кушает двухфакторный желтый самец. Вот к нему сейчас подсоединился однофакторный. Вот когда две птицы рядом, отличие очень хорошо видно. Вот сейчас они вместе. Видите, ярко-желтая спинка – это у двухфакторного самца. Также у него видно, что совершенно белый ошейник вокруг красной головы. У однофакторного самца спина не такая ярко-желтая, она как бы немножко загрязнена. Вот сейчас вот он остался один. Вот она немножко такого не совсем ярко-желтого цвета, с зелененькой чуть-чуть. И ошейник вокруг красной головы у него бирюзовый. Вот это вот опять двухфакторный самец. Когда он поднимает голову, видно, что под клювью у него белое. Соответственно, у однофакторного самца, сейчас он появится, под клювью голубое. Вот в этом, собственно, и отличие визуально двух птичек. Вот. А для чего вообще это интересно знать тем, кто разводит бадингольда? Ну, если у вас пара желтых птиц, и, скажем, вы выбираете двухфакторного желтого самца, сажаете его желтой самкой, то вы ожидаете желтых птенцов. Если вы сажаете желтую самочку с однофакторным желтым самцом, то вы можете ожидать потомство, которое будет у вас и желтенькое, и зелененькое. Ну вот, это такими простыми словами я излагаю, для чего интересно знать, какая птица двухфакторная или однофакторная. Вот. Ну, в принципе, по сути, это отличие заключается в том, какие гены передались желтой птице. То есть осветление у нее полное, тогда двухфакторный. Мы видим самца, он как бы золотистый, вот то, что называется золотистый. Вот. А однофакторный самец – это то, что мы называем, собственно, пастель. То есть они бывают, если грудь фиолетовая, они бывают зеленой спинкой. Вот. И, соответственно, если белая грудь или грудь лиловая, то визуально птица будет такой желтой, или бывает желтая, между желтой и зеленой. То есть ген осветления желтый передался, ну, скажем, не полностью, да, а частично. Вот. И поэтому птица осветлилась не полностью, а ну, также частично, в большей или меньшей степени. Частично, скажем так. И вот у меня, когда родился двухфакторный желтый самец, я сама увидела это на примере своих птичек, и мне сразу стало как бы больше понятно визуально, чем они отличаются вот на таком конкретном примере. Потому что до этого ну, разобраться было, может быть, не так легко. Надеюсь, что вам тоже это поможет. Всем пока!